Всем привет, ребят. Ну что, настал сегодня у нас наконец-то на русском сервере коллекционер. И сейчас мы заролим его, вроде неплохой пак. Дали еще со скином на зефирку. И нормально плюх можно получить. В общем, поехали. Посмотрим, что за Коля. Потом я вам покажу новый скин в действии. Такс, окей. Может, и зефирку соберем. Вот такой вот набор необычный, довольно-таки неплохой. Камешки на прокачку, возможность собрать. И вот такой вот коллекционер. Ну, коллекционер, чтобы он был мега топовым, я бы не сказал. Но вот это вот топовая эмблемка для тыковки. И выживание тоже, в принципе, неплохо засвалено. Подашку дают. Что у нас здесь? Привет, весна. Какая нафиг весна, блин, уже лето. Они все, у них все весна. Окей, поехали, посмотрим, за сколько можно будет собрать. У нас лям 962. Let's go. Одержимый капитан Рогатка сразу же падают. Сноу. Арташка. Кому надо паролить, пишите в телегу, в ВК. Я сегодня, в принципе, Махатма. Не занят, поэтому смогу. Ну, плюс-минус там 20-30 минут. В зависимости. Ну, у вас, как обычно, человек 20-30 пишет. Паролить пораньше. Так, фараон. От 40к кидайте заявочки. Стрелок, вот видите, то, о чем я и говорил. Асура, укротитель, неплохо, неплохо. Все-таки шансы на некоторых героев после того, как их 12-15, ребят, это просто жесть, как быстро собирается. После того, как в шаре дают некоторые скины и дают нам на день замка владельца некоторых героев, намного проще собрать. Я имею в виду, то есть шансы у нас намного лучше. Так, что это такое? Душегуб рыцарь. Дед Мороз. Пожалуйста, вуаля. Вот еще один космо. Просто налегке. Нормально тогда. ББшка. Купидон. Ну, вчера космо вытащил. Сегодня космо вытащил. Вчера я Фрея. Просто изи. Бульдозер. Ну, я думаю, мы собрали уже слизней. Ну, давайте попробуем еще с Валена вытащить. Сколько мы потратили? Ну, 30 тысяч. Даже меньше там было. Неплохо, неплохо. Ну, оно плюс-минус по-разному бывает. 40, некоторым за 60, за 70 не падало. Бывало даже за 100. Землеройка, ребят. Обалдеть. Рыцарь. Сейчас побежим, посмотрим еще, что у нас. Ну, давайте уже что-то интересное. Свалено давайте. Вчера я его тоже вытащил, кстати. Не хотят. Влад Дракула. Ну, давайте до 900. Королева Гарпий. Я уже так чисто на удачу смотрю, как падает. Но я скажу вам, что вроде неплохо герои падают. Капитан Дрейк. Ладно, оставим. Итого мы потратили 60 тысяч. В принципе.
собрали довольно-таки обалденных героев, чего один только космос стоит. Такс. Окей, поехали, посмотрим. Книжечки, это хорошо. Посмотрим, что у нас по серверам делается. Где какие акции есть, давно я уже не бегал. Не забывайте, что на этих выходных я разыграю еженедельки. То есть я надеюсь, на русском сервере все-таки сделают уже. Добавят наконец-то огника. Потому что это уже запарило, уже сколько можно его держать. Так, что тут у нас? Бинго. Тут ничего такого интересного. Смотрите теперь на паки, какие продают. 18. Их некуда уже эти камни девать. 40. 300 и 5 мешков. Мешки я вчера открывал, показывал. Ну, такое себе. Вот книжечки. Почему таких паков на русском нету? Скин на стрелка. Свален. Вот такие герои плюс питомцы первые. В принципе, это надо будет на тестовый ак. Так, обычный. Вот тоже пак. Смотрите, какой здесь пак максимальный. Можно будет попрокачивать тоже. Такой пак за 50. За 20 уже. Ну, оно все дешевеет. Он становится дешевее. Дешевле, точнее. Здесь затраты, видите, такая акция сегодня. Хотя нету никакого коллекционера, ничего. Так, окей. Поехали дальше. На Тайване посмотрим, что дают. Ну, коллекционер радует, что собралось быстро, но это, опять же, это у каждого по-разному. Так, с роза. Камешки. Ну, вот здесь наконец-то начали продавать паки. Так, ну, такие же паки, в принципе. Тут вот такой вот пак, кстати, тоже неплохо. Смотрите, 100 коробок сразу дают. Сразу 60 камней. Так, а что по акциям? Тут огника можно получить очень быстро. Так, это, по-моему, испанский или Франция. Сейчас посмотрим, что тут. Просит обновить. Это Франция, давайте обновим, посмотрим, что у нас на Франции делается. Пока обновляет, можно сбегать на немку. Немка, по-моему, обновлена уже. В общем, довольно-таки неплохие паки, как видите, на всех серверах и магазине, кроме русского. На русском нифига нету толкового. Так, тут пиратик. Смотрю, есть. Немецкий пират, все знают, что такое немецкий пират. 1+1. Так, поехали, посмотрим. Тут вторые сумки огника сразу дают. Вот смотрите, сколько орденов сразу отсыпали. Посмотрите, какие плюхи. Ворожея можно вытащить. Вот это хороший пират. Отлично. Классный пиратик. Ну, здесь тоже остров. Вот такой вот пак за покупку. Посмотрите, вообще супер бонусом дают. Или затрату, либо за покупку. Скорее всего, за покупку. Ну, давайте попробуем нанять кого-то, посмотрим. В принципе, мы уже потратили.
Я за покупку все-таки. Так, такие плюхи. Вот, кстати, нормальную эмблему себе купил. Вот за покупку еще один, то пакет накопления, скорее всего. Блин, классные паки. На немке тоже делают вещи. Смотрите, сколько на немке всяких плюх можно получить. Хорош. Так, окей. Поехали еще на Францию. Франция тоже немножко отличается. Глянем, что тут. И пойду пилить вам видосики. Пакет же такой же, как и там, в принципе, один в один на Франции. Да, тут все такое же. Ничего такого интересного нету, получается. Ну и куча разных акций. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки. Всем удачи, всем пока.